Новости с теннисного кубка президента Казахстана. Грузинка Екатерина Агыргадзе стала победительницей в женском одиночном разряде. В финале она одержала уверенную победу над представительницей Узбекистана Сабиной Шариповой. Игра завершилась со счетом 6-4, 6-1, а в эти минуты первое место уже среди мужчин разыгрывают спортсмен из Германии Даниэль Бранц и австриец Себастьян Офнер. Ранее в парном разряде лучшей стала наша соотечественница Анна Данилина в дуэте с турчанкой Берфу Генгиз. Это уже шестая награда Кубка президента, записанная на счет Казахстана. Напомню, испытать свои силы в Астану съехалось рекордное количество теннисистов свыше 270. Среди них дети, профессионалы и просто любители. Призовой фонд первенства на этот раз составил 205 тысяч долларов. Я выиграла этот турнир, я попадаю на US Open. Это мой первый вот такой большой турнир. И я очень рада, что выиграла именно здесь, в Астане, в Казахстане, потому что в прошлый раз я не очень хорошо сыграла тут. У меня нехорошие воспоминания, поэтому я рада, что я выиграла этот турнир, потому что мне очень нравится все, как бы организация, люди, судьи, все как бы очень хорошо. Мы очень рады, что к нам съезжаются такие сильные теннисистки, не только с ближнего, но и с дальнего зарубежья. Это в целом дает толчок развитию тенниса в Казахстане. Наши теннисисты, теннисистки имеют возможность сравнить себя с другими теннисистками, да, с ведущими мировыми, получить бесценный опыт. И, конечно же, в очередной раз хочется отметить, что Кубок президента Республики Казахстан, наш самый главный турнир, прошел на очень высоком уровне.